«Магия воды» называется выставка, и водная стихия присутствует во всей экспозиции как в картинах, так и в реальном виде. Вода, как и небо, красива уже сама по себе и может быть совершенно разного цвета. То, что Валерий Михайлович сделал акцент на магии воды, замечательно. Там, где просто вода соприкасается с изобразительным творчеством, там появляется магия. Мы так привыкли к голубой воде, к синим водоемам, а здесь очень много отражений, очень много воды с несвойственным ей цветом, локальным. Локальный цвет – это цвет самой воды, а ведь еще в ней отражаются небо и окружающий мир. Так, на картинах Валерия Секрета она приобретает дымчатые туманные цвета. У Ивана Харченко – нежные переходы цвета в предрассветный час. У Евгения Захарова – напряженная контрастность. А у Вячеслава Сабрина реальный пейзаж принял фантастичный вид. В свое время я в Старице делал фонтан из нержавейки, он там 7 метров высоты. И заодно делал наброски просто. Там прекрасная, это же Тверская область, Старец, на Волге. Тогда это все было в разрушке. Вот. Ну вот сделал пару таких уже, как бы итоговые такие две работы. Сюрреалистические образы присутствуют и в работах Натальи Зайцевой. Она представила серию картин с рыбами. На выставке можно увидеть не только живописные произведения, но и скульптуры московского автора из серии «Наяды». Вот эти камушки, кстати, они с Крыма. Я их вот положил, и потом вот пришла идея сделать вот женщину, лежащую, опирающуюся только на камушки. Вот, чтобы она как бы так вот касалась камушек. Вот так получилась такая вот морская тематика. Официальное открытие выставки сделали коротким, ведь важнее было непосредственное общение. Позвольте вас поздравить с открытием нашей второй выставки «Магия воды». Поблагодарить тех, кто был на первой, и всех тех, кто пришел на нашу вторую выставку. А на вторую выставку представил работы 21 автор. Все больше появляется у нас частных инициатив, связанных с культурой и искусством, и это очень здорово. Потому что, как показывает практика, это более жизнеспособное даже образование, чем муниципальные или государственные. И более живые, что самое главное. Открытие новой галереи, вот уже вторая экспозиция представлена. Значит, за последнее время. Это, безусловно, значимое для города событие. И, судя по планам владельца галереи, следующие запланированные выставки станут также заметными событиями в жизни города. Увидеть магию воды можно до 15 ноября, в четверг, пятницу и субботу с 16 до 20 часов.